Всем привет, друзья! Сегодня я собрал некоторые сорта томатов и хочу вам показать обзор своих любимых экзотических сортов, которые я каждый год выращиваю, которые мне понравились в этом году и которые я собираюсь выращивать и в будущем. В подборочке больше десятка сортов. Я вам их всех советую посадить. Семена этих томатов можно приобрести у меня. В описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, выбирайте себе семена. Сейчас они летом по скидке, по прошлогодней цене. Потому что с осени, так как все подорожало, я имею в виду все расходы на то, что вырастет томаты, вода, свет, то, что мы обрабатываем, шпагат покупаем. Это все большие расходы. И цена с осени поднимется. Сейчас можете купить по скидочке томаты от 8 до 15 гривен за пакетик из 20 семян. Ну что, заходите под видео и выбирайте. А я начну свой обзор. И начну с томата, который называется ромовая баба. Вот такие вот плоды у него. Зеленого цвета. Такая вот мякоть. Очень сладкий, вкусный, экзотический томат. Ромовая баба. Далее у меня идет томат матросик, низкорослый куст, 80 сантиметров, плоды красные в полосочку. Мякоть у него вот такая вот, двухкамерный. Красивая сливочка, ну вот смотрите, на ладошке. Мухи мешают, полосатые плоды. Далее у нас идет богатырь Илюша, полосатые сердечки. Такие коричнево-красные в зеленую полосочку. Сердцевидной формы. Вот его мякоть. Очень вкусный, сладкий томат. Еще одна новиночка. Экзотический томат. Тайга. Биколор. Серединка розовая. Вот такие на сбоку. Зелено-желтый, медный. Сердцевидный плод. Куст высокорослый. Красивый, неплохой томатик. Далее перейду во второй ящичек. Здесь томат Запотек. Вот такой вот интересный, розовый, ребристый. Это его мякоть. Плоды такие. Вот вообще, смотрите, сросся. Такой красивый томат. Вот достану. Такие томатики. H34 желтый. Желтая такая круглая чудо-томатинка с носиком. Покажу и мякоть. Желтого цвета, трехкамерный. Возьму шпаргалочку. Все сорта я не помню. Этот томат называется Миля лунного света. Вот он. Листья у него полосатые. Листочек зелено-белый. А плод розово-зеленый. Такой вот плодик овальной формы. Красивый. И такая вот мякоть. Далее у нас томат, который называется долговязая Салли. Вот такие вот сердца. Очень крупные. Как видите, по 500 грамм. И вот с такой мякотью. Очень мясистый получился там. Ну, не получился, а очень мясистый, мало семян. Мякоть розовая. Плод розовый. Сердечко, кстати, тянется очень высокое, длинное, сердцевидный. Томат классный. Переходим в следующий ящичек. Здесь у нас полосатая пещера сорт. Перцевидный. Пустой внутри, полый для фаршировки. Вот такой вот, как видите. Перец напоминает гугошары. Красный в желтую полосочку. Далее у нас томатик, который называется идеальный гном. Такие вот плоды. И мякоть у него биколорная. Внутри абрикосово-оранжевая. А здесь, ну, вот такой цвет. Как видите, очень красивый томат. Плоды очень крупные. Белая черри. Томат. Экзотический черрик по 30 грамм. Плоды белого цвета. Ну вот на моей большой руке такие вот плоды.
И вот его мякоть. Трехкамерный. Бывают и двухкамерные. Очень сладкий, вкусный томат. Ну и последний в ящичке, завершающий на этот обзор, это Primary Colors. С антоцианом сорт. Плечики у него как баклажанчика, цвет фиолетовый. А здесь полосочки. Вот как видите, такие плоды. Мякоть желтая. Очень экзотическая краска. Ну, вот такие вот томатики сегодня были на обзоре. Постарался сделать покороче этот обзор, не затягивать надолго. Семена этих томатов есть в наличии. Заходите на мой сайт в описании под видео, выбирайте семена. Если вы выращивали один из этих сортов, напишите в комментариях, как вам, понравились они или нет. Какой из сортов вы бы оставили, а какой не хотите выращивать. И причину, почему не хотите. А также пишите в комментариях, кто понравился из этих томатиков, какой бы вы посадили. Возможно, я сделаю какой-то розыгрыш и подарю вам семена тех сортов. Поэтому оставьте приятный, теплый комментарий про эти сорта. Буду ждать. Если вы не подписаны на канал, подпишитесь. Впереди много обзоров разных. И все эти томаты я поподробнее показываю в обзорах. Ожидайте, скоро будут выходить новые видео. Всем пока, до новых встреч!